Всем привет, я нацистская Германия, СССР, как понимаю, тебя бесит США? Да, го, встретимся в Берлине и там будут переговоры. Го. Всем привет, я Болгария. Ну и зачем ты меня звал? Я звал тебя, чтобы объяснить план нападения на США. Ну и как, по-твоему, мы должны захватить США? Все очень просто. Ты отвлекаешь США войнушкой, потом я захожу с другой стороны. А потом мы загоняем США в угол. И потом ты скидываешь на него 250 тысяч тонн тротилы. И все, США больше нет. Все понял? Ага, все понял. Короче, встречаемся завтра и действуем все по плану. Понял? Понял. Всем привет, я Италия. Я Мексика. Что? Ну-ка, ак, а вот так. Нацистская Германия, как ты меня бесишь? А меня за что? Знаешь, СССР, я тебя обманул. Я прикидывался твоим другом и это делал, чтобы я взял у тебя территории, пока ты отвлекаешься на США. И я тебе объявляю войну. Давай, я все равно тебя выиграю.